Еще одна версия свипа влево. Но на этот раз я буду работать вот с этой рукой. Я держу Андрея здесь. Все то же самое начало сценария. Мы боремся против андерхуков, да. В какой-то момент я делаю сейчас escape. Немножко, может быть, оттолкнул его шилдом. Беру вот этот захват за его вторую руку. И здесь я уже передаю ее во вторую руку. Раз, раз. Это может быть раз, раз. Такой 2-on-1 грип. Теперь убираю свою ногу и сам заезжаю под Андрея. Я упираю его руку прямо ему в линию пояса. Заехал под Андрея, немножко подтянул его. Теперь я его могу нежно обнять. Натягиваю немножко на себя. И теперь подъезжаю своим тазом под него. Ставлю обе свои ноги в пол. После чего продолжаю движение. Таз, 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 таз. Оказался сверху. Раз. Важная деталь в работе ног. Я никогда не убираю отсюда вот этот крючок. Фу. Вторая нога не становится очень далеко. Она становится максимально близко к его ноге. Вот такое движение. Волшебство.